Отмена транспортного налога действительно не помешает, поскольку другие затраты автовладельцев растут опережающими темпами. Топливо, например, в Красноярском крае по итогам осени подорожало более чем на 20%. Причем такие темпы роста не отмечаются больше нигде в России. Средняя цифра по стране чуть более 2%. Что касается самих цен, то в нашем регионе литр 92-го бензина сегодня стоит 27 рублей 20 копеек. Красноярские заправщики обвиняют в этом монополистов «Роснефть» и «Газпромнефть». Якобы они продают нефтепродукты дороже, чем в остальных регионах Сибирского федерального округа.